поцарапало стекло когтями стуж, как сталь конька по зеркалам застывших луж. А я бежал, куда глаза мои глядели, от той зимы и закатился в эту глушь. Здесь не горит в окошках свет по вечерам, и многословие с весельем здесь не в моде. Перемешалось все, как в карточной колоде. И кто сегодня тот, кто братом был вчера? На утро вьюга заметет мои следы. Вот за спиной уже последняя верста. Под стук колес мне будут сниться те места, и брат приснится мне живым и молодым. Витёк, здорово. Почту привёз. Ага. А у нас вот похороны. Замаялись. Сил нет. Вся деревня на кладбище, один я вот корячусь. А кто это? А, это? Это сам Зацепин Степан Алексеевич. Налетел со своими душегубами. Ты чего? На-ка, хлебни. Давай, давай, почту-то. Ага. Так. Все? Витёк, а ты не поможешь мне одного определить в гроб? Тяжёлый больно, зараза. А ты чего, мертвяка боишься? Нет. А чего его бояться? Чудак-человек. Пахом, Витёк, я пойду. Пойду я. Давай. Витёк! Здесь, на земле. Да как же это? Здесь, на земле. Ты же сдох, Степан Алексеевич. Возьми здесь. Золото. Зацепин, Анисим Иванович. Значит, правду говорят. В деревне схрон твоего прадеда был.
побрехал я. Да ничего я не думал. Я боялся. Вся деревня боялась, когда ты убивал. Ничего, теперь черед твоих архаровцев пришел. И твой тоже. Прадед в схроне три пуда таких оставил. На ноги встану. Половина твоя. Эй, 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 погоди, 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 Степан Алексеевич, помирать-то к чертям своим ты еще успеешь. Подожди, подожди, ну-ка давай, ну-ка, ну-ка давай, ну-ка пей, давай, 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 пей, 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 ну пей, жену! Где мое золото, знаешь? Где? А видно, Кондрат куда спрятал. Или друг твой увез. Как его? Гущин. Кондрат упертый. Его хоть пытай, не пытай, все равно не скажет. А друг твой уехал куда-то. Не знаю. Найду. Помоги только. Рассчитаюсь. И с Кондратом, и с другом моим. Неделя только на крышу идет. Вагонкой второй этаж обшить. Еще неделя. И по мелочам наберется. Еще неделя. Не торопись ты, торопыга. Пусть, давай. Ты ж какой дом задумал? Несу, несу. Печь, камин для уюта. Понимаешь? Это ж твой дом. Такой дом раз в жизни строю. Лучше уж все сразу. Побереги, убирай. Когда въезжать-то можно будет? На. Месяц. За месяц мы тебе тут все по высшему классу. А ты тоже время зря не теряй. Мебель себе присматривай. Ребята потом расставят. Ты будешь только показывать, куда что. Сюда холодильник, сюда. Вера из больницы выйдет, оклемается, сама решать будет, что куда ставить. Ты это, флюгер-то оставишь? Да. Прикрепи куда-нибудь. Да ты не расстраивайся, Серега. Порадуй мы твою жену. Васька, что такое? Васька, ну, звони. Ну говори, ну, ну, что, что, я... Васька, ну, что, мама? Звони. Мама, что? Мама. Что, мама? Звони. Кто звонил? Из больницы звонили? Мама. Кто звонил, Васька, ну, мама. Кто звонил, Васька? Ну, не молчи, говори! Ну, Васька, ну, что сказал? Здрасте, это мама. Ой, большое спасибо. Спасибо. Всего хорошего. Еще приходите. Аккуратно. Ну, как назовем? У нас Вера уже есть, правильно? Да. Мама у нас Верой зовут. Любовь у нас тоже есть. Да, мама? Значит, будет Надя. Надежда. Значит, Надя, да? Сергеевна. Надежда. Надежда Сергеевна. Нет, Надя Сергеевна. Ну, осторожней, Сережа. Все, все. Тише.
что, идем? Жалко, дом не успели закончить. Но мужики хорошо работают, добротно. Я их поторапливаю, но так, знаешь, осторожно, чтобы не халтурили. Так что чуть-чуть придется в тесноте побыть. Зато потом заживем, слышь, Надь? Соскучилась. Я тоже соскучился. Кто говорил еще на пару дней в больнице остаться? На пару дней всего. Я ж как лучше хотел. Шучу. Мне лучше с тобой и с Васькой. Да. Сегодня, кстати, ровно год, как мы из Чуйска приехали. Надо же, подгадал. Это получается ни при чем. Чего? Получается, Сереж. Знаешь, я ведь не считаю, мне кажется, всю жизнь с тобой ничего другого не было. Закрыла глаза. Открывай. Какой красивый. Тебе. Дашка, ты чего? Что случилось? Ты чего, Вер? Да не знаю, Дашка что-то рычит. Посмотри, мне кажется, там кто-то есть. Здесь постой. Сереж, ну что? Вер, здесь нет никого. Ну, Дашка-то рычала. Ну, где же рычит?
смотри, а. Движок барахлит. Хорошо, мамку успели из роддома забрать. Ага. Ты смотри, а. Что такое, а? Потерял что-то, Василий? Нет. Думал, историю на столе оставил. Пока, дядя Сергей. Пока, племянничек. Какой племянничек? Ну, а где ты здесь видишь дядю? Васька, ты пойми, я ведь не заставляю тебя меня папой называть. Просто, ну, какой тебе дядя? Ну, а как называть? Ну, просто называй, по имени. Сергей. Договорились. Дя, ой, Сергей. Сейчас, маленькая, подойду, моя хорошая. Сейчас, сейчас, сейчас. Да ты мое солнышко. Что такое? Животик болит? Иду, иду, иду. Ну, вот сейчас. Тепленькая бутылочка. Мы с тобой... Сейчас мы с тобой чайку попьем, моя маленькая. Сейчас, мое солнышко. Ну, попьем чайку, да? Вот и все, и будет нам хорошо. На, держи, держи. Вот умница. Девочка моя. Ну... Все хорошо? Хорошо, да? Ты моя маленькая. Ты мое солнышко. Конечно, если месяц клапан один бросишь. Здорово, Серега, с прибавлением. Здорово, Федор, спасибо. Спасибо. Слушай, посмотри движок, что-то глохнет. Сейчас посмотрим. Когда первенца обмывать будем? С новосельем решили совместить. Дом-то готов? Как думаешь, сэкономлю? Да вряд ли. В новые-то хоромы. Сколько народ поместится? Да, тогда с мебелью лучше не спешить. Не пройдет, Серега. У нас народ простой, на полу сядут. Посуды не хватит, из горла тоже нормально пойдет. Трамблер давно менял? Зимой. Слушай, я так чувствую, с этим новосельем придется у Кораблева премию просить. Да это вариант, Серега. Он у себя? Что-то мобильно не отвечает. У себя. Опять телефон посеял. Каждую неделю меняет. Совсем у него крышу снесло. Усы сбрил. Да ты чё? А, я видел. Бабу себе завел. Мало уже лет на 20. Пойду поздороваюсь с этим Казановой. Давай, давай. А, Сергей, заходи, заходи. Рад видеть. Поздравляю с дочкой. Спасибо. Молодцом. Орел. А как Вера? Все в порядке. Ну и слава богу. Ну, когда думаешь переезжать? Да скоро, вот. Люди работают. Еще бы. Ух ты, какую смету-то выкатили, а? Просили с оплатой не тянуть. Ладно, Сергей, не переживай. Поможем. Спасибо. Дарья! Дашка! Дашка, мясо! Ну, где ж ты? Дашка! Дашка!
кажется, запропастилась. Что, хозяйка, собачку потеряла? Вот ведь беда какая. Дарья! Ты покричи погромче, может, она отзовется. Дарья! Кто вы? Неверная у тебя собачка. Куском мяса поманили, она и пошла. Хозяин дома? Или ты одна здесь в лесу? Дома, сейчас позову. А может быть, вот он, твой хозяин? Куда же ты? Уходите, у меня ружье. Вера? Вера, это я, открой. Вера? Вера? Ты чего? Что случилось? А? Ну? Ну, что случилось? Ну? Кто тебя обидел? Ну, мужик какой-то. Какой у него мужик? Пистолет на запасе. А Дара где? Я не знаю, почему ты Ваську не забрал? Я машину в лесхозе оставил. Там с двигателем что-то Федор посмотрит. А Ваську Кораблев сейчас из школы привезет. Вер. Ты иди в дом, побудь там. Побудь, побудь. Я сейчас. Да никуда я не уйду. Никуда. С тобой останусь. Ты моя хорошая. Ну вот. Папа сейчас придет. Не волнуйся. Придет папа. Да. Здравствуй, Верочка. А где Сергей? Здрасте, Юрий Исаевич. Мама! Не идет Сергей. Мам, ну пусти! Ну что ты как маленького? Здорово. Здорово. Ну, что случилось, Сереж? Дара пропала. Васька, замри. Ну,
Сколько раз я тебе говорила? А я-то чего? Где Дарка? Садись за стол. Подманили в машину. Потом один в лесу остался, а второй к дому вернулся. Хорошо, что я вовремя подоспел. А ты их видел? Мне следов достаточно. Вера видела. Ну так что, Вер? Что говорил этот мужик? Он угрожал. Нет. А второй? Их ведь было два, Вер. Я видел следы возле леса. Ты его разглядела? Наглости хватило. Отвяжись. Что ты себе надумала? Понравилось ему, да? Заберет, увезет, а? Сказано уже, с кем я, о чем я думаю, это мое дело. Слава богу, сил от тебя уйти хватило. А что толку? Ты все думаешь, сама себе хозяйка? Я решаю, как тебе жить. Я! Сереж. Что? Ты меня про другого спрашивал. Так вот, мне показалось. Ну что? Что тебе показалось? Там у леса Степан был. Какой Степан? Зацепим. Да ты что? Вера. Сереж, я не говорю, что я видела. Но я почувствовала, что ли. Что мне врать тебе? Ну, ты чего? Успокойся, слышь. Ты же знаешь, Степан навсегда в Крыжанцах остался, да? Я знаю. Ну и все, да? Ты только не оставляй меня одну, ладно? И не мечтай. Замерзла? Нет. Ну чё, починили? Здорово, Василий. А как же, запрягай. Ну чё там? Хреново, Серега. Васька! Тихо. Понятно, что хреново. Столько лет по колдобинам и выбоинам. Да нет, послужит еще. Если, конечно, диверсанта поймать. Какого диверсанта? Который тебе сахар в бак сыпал. Может, малец баловал? Собака не вернулась?
пристрелили ее, наверное. Подальше в лес увезли, чтобы выстрелов никто не слышал. Переезжать будем. Первый этаж уже готов, только окна застеклить. Одобряю, Серега. Там люди кругом, все спокойнее. Ну так ты свободен? Кораблев-то весь день отпустил. Хорошо. Значит, я сначала Ваську в школу отвезу, а потом к строителям заеду. Езжай, не беспокойся. Спасибо, Федор. Да, о чем ты? Хозяйка, привет. Привет, Федь. Завтракать будешь? Чай горячий. От горячего не откажусь. Твой подарок первый. А я знал. Ну-ка, кто здесь у нас? Красавица. Да ладно, там еще ничего не видно. Да как же, видно. Бровки дугой идут. Садись, чай стынет. Да дай ты поиграй-то, мамаш. Пора свои заводить. Точно пора. Простите. Простите. Да, всем повезло, окромя хозяина. Здрасте. Привет, Серега. Так это значит, вы хозяин? Хозяин. Бывший. Видишь, как оно получается? Человек предполагает, а располагает, сам знаешь кто. Здесь без всякой мистики обошлось. Поджог однозначно. Порядок, Степан. Полыхнуло, что надо. Антон, твоей бывшей сечет. Ты тоже поезжай, Глеб. Но ты меня хоть посвяти, что ли, в свой план, чтобы я в курсе был. Чего мы их сразу-то не взяли? Теперь менты суетятся и все такое. Хреново у меня получилось, да, Глеб? Хреново. А дружок мой бывший, Серега, с 10 метров муху на лету бьет. Так мы ж не мухи. Глазом моргнуть не успеешь, не то что на курок нажать. Дай нож. Ну, а дальше? Не сегодня, не завтра. Гущин Веру с детьми в Чуйск отправит. Куда же еще? Там их и прихватим. И лесник золото вернет. Если у него оно. А если нет, в Киржанцы со мной поедет. Искать будет, землю рыть. Выхода другого у него не будет. Нормально объяснил? Нормально. Приветствую. Ну, что там у вас? Ну, я только что из милиции, Сергей. Угу. Подняли дела на задержанных тобой браконьеров. С полсотни набралось. Я не считал.
Зато каждый из них мог тебя посчитать. А теперь вот кто-то мстит. Жил бы как раньше один, никаких проблем. А сейчас хоть вещи собирай, да дом бросай. В Чуйск, что ли, поехать? У Веры там дом остался. Ну зачем же сразу в Чуйск? Есть вариант и поближе. Турбазу я недавно прикупил. Для бизнеса. У меня ведь деньги от продажи золотишка остались. Ты сам-то тогда отказался, помнишь? Ну, а я, значит, турбазу решил. Ваше право. Да. Пока там только сторож. Да с десяток домов пустыми стоят. Выбирай любой. Имеешь право. Да Ваське в школу ходить надо. Какая школа? Оформим экстернат. Будет заниматься дома. Ну, поезжайте, осмотритесь. А мы здесь охрану поставим. Найдем отморозков. Тогда будете решать, или оставаться, или будешь ждать, пока новый дом тебе отстроим. Деньги остались. Еще на один хватит. Ну так что, Сергей? С Верой поговорить надо. Ну? Ну. Слушай, может, зайдешь? Чайку попьешь? Да нет, спасибо. Я уж лучше здесь. Ну ладно. Может, зайдешь все-таки? Ступай, Сергей. Поговори сам. Новый дом перебираться не хотела. Знаешь, почему, Сереж? А в Чуйск подавно не поеду. Я тоже. Ты ведь сам говорил. Помнишь? Помню, Василий. Помню. Но спроси, читай, был обязан. Ты спросил, мы ответили. Да, мам? Что это там, а? В машину быстро. Сидите, сидите, я открою. Осторожно. Опа. Здравствуйте. Добрый вечер. День. Григорий. Константин, в смысле Сергей. Здравствуйте, Вера. Здравствуйте. Очень приятно. А это наша Наденька. Очень приятно. Надежда Сергеевна. Кораблев велел для вас домик подготовить. Спасибо.
Но если что, выбирайте сами. Нет, ну что вы, если вы уже подготовили, надо же нам уважать работу других людей. Ну, работа, какая мне работа? Работа, когда отдыхающие. А сейчас сплошное безделье. Курорт? Сереж, дай мне телефон, я Ваське позвоню, а ты волнуйся. Ой-ой-ой, мобильный ваш здесь не возьмет. Как не возьмет? Нет, пойдемте ко мне. А у вас тут? У меня здесь спутниковая связь. Не волнуйтесь, все в порядке. Слушай, что-то она разволновалась, поддержишь? Прошу. Ага. Ваське привет передавай. Хорошо. Спасибо вам. Ну давай, мы скоро. Давай, давай. Будем. А ну смотри, что это такое. Что это такое? А ну давай угадаем, в каком доме будем жить, а? Этот нравится? Он тут. Не нравится? Мне тоже не очень. А вот этот вот нравится? Ну, мне тоже нравится. Совпадение вкусов налицо. Алло. Да. Ну, решайте без меня. Вышли вторую бригаду на участок, а эти 500 кубов на доску пусти. Тридцатку, да. Хорошо. Да, хорошо. Угу. Глупые шутки. Не дергайся, езжай прямо. На повороте возьмешь левее. Вы кто? Езжай, тебе говорят. Что вы от меня хотите? Что вам надо? Я, между прочим, Кораблев. Знакомая фамилия. Я директор лесхоза. Меня, между прочим, здесь все знают. Золотишком приторговывал. Директор, остальные три пуда где? Язык проглотил. Кто вы? Зацепин Степан Алексеевич, правнук Анисима Ивановича. Ну, где мое золото? Не знаю. Вам лучше у Кондрата Скиржанцов спросить надо. А у Гущина Сергея не спрашивать? Гущин-то тут при чем? Кондрат для него только 5 слитков передал. Ну, а я их... В общем, я их продал. Гущин где, знаешь? Ау! Смотри, белая глина. Да ты что? Все, боже мой, потерял жену, потерял. Где искать? Ты посмотри, какая. Как погуляли? Слушай, там так здорово, такая красота. Там такие места. Да, давай сходим. Обязательно вместе. Сходим, потом с Васькой. Ну хорошо, я, кстати, ему как раз с утра звонил, он в школу ехал. Ну? А Кораблев обещал с директором по поводу экстерната поговорить. Слушай, мне бы с Кораблевым тоже пару слов перекинуться. Можно, Григорий?
Всегда пожалуйста. Спасибо. Заходи. Я пойду с ней погуляю. Хорошо. Звони, когда надо. Я дверь не закрываю. А хочешь, музыку слушай. Ух ты, у вас еще и музыка есть. Да, пластинки собираю. У меня целая коллекция. Раритет? Да. Не отвечает? Нет. С ним знаешь, как бывает. Мобильный забудет, и весь день до него не дозвонишься. Да. А еще чаще говорят, теряет. Пока, Вань, Вась. Пока. Чего растерялся, Василий? Я ничего. А вы откуда меня знаете? Видел тебя с родителями. С Верой и Сергеем Гущиным. Меня Антон зовут. Машину-то хоть узнал? Конечно, узнал. Правильно. Юрий Исаевич джип. Ну что, садись. Поехали к родителям на турбазу. А почему Кораблев сам меня не забрал? Так он директор, у него дела. Вот меня попросил тебя подвезти. Нам бы до темноты успеть. Кто смеется? С патушки надо. Да. Спи. 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 А еще я их в чай добавляю. Чищенные, конечно. Про чай не слышала, а вот кедровка из них прекрасная. Я сама делаю. Если в отпуск, то на месяц не меньше. Это хорошо. Здесь и источники целебные рядом. Уснула? Уснула. Вы тоже без задних... Вы тоже без задних ног спать будете. Обещаю. Да. Воздух здесь какой. Я говорю, орешки у вас очень крупные. Держи. Орешки сам собирал. Да. Тут кедрач хороший. Вы сами-то давно тут? Я уж лет 10. Не скучно вам здесь? Не, прикипел. Да? В тишине. В поселок выбираюсь, голова кругом. А в городе как люди живут, не понимаю. Каждому свое место. Я к тому, что я свое место на земле нашел. А жена, дети? Один я, как перст. Да. Открой, слышишь? Открой! Ну все, тебе не жить. Где ты, урод? Что тебе от меня надо? Я людям не враг. Приезжали, отдыхали. Здесь источники целебные. Рядом. И ключи бьют. Даже зимой. Если захотите посмотреть, я покажу. Мы завтра обязательно сходим. Да, вы знаете, вот завтра прямо с утра заходите, забирайте Веру и пойдете смотреть на ключи. Договорились.
Завтра с утра. Да. Рядом? Прямо с утра. С утра. Да. Лечебные же источники. Есть что посмотреть. Да. До свидания. Спокойной ночи. И ключи бьют. Так. Завтра. До завтра. Спокойной ночи. Забавный старик. Выпусти меня! Выпусти! Значит, меня в легкую дело, Серега. Сейчас согласен на ничью. Нет. На моей земле мне хрен кто сделает. Вер, ты чего? А? Чего такое? Ничего. Сон плохой приснился? Mm-hmm. Да? Еще все хорошо? Ты куда, за Васькой? Ага. Ты давай спи еще. Да. Угу. Давай, спи. Сереж. Ау. Чего? Ничего. Вер, слушай. Давай сегодня пикник устроим. Я Ваську заберу, заедем, купим мясо, венца, Григория позовем. Тима, давай. Да? Давай. Давай. Вер, ты что, за Васькой надо ехать? Ты что? Все, давай, спи. Григорий! 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 Сереж, а где Наденька? Стой! Слышишь? Никуда не выходи. Сиди.
Не дергайся. Антон, погляди, чего у него там за пазухой. Не иначе камень затаил. Ему не впервой. Вот и встретились, Серега, на этом свете. Не ожидал. Стой! А вот и Верунчик. Крепко спишь. Сны, наверное, сладкие снятся. Я не снился, Верунчик? Нет, Степан. А я каждый день вспоминал. Каждую минуту. Каждую секунду. Вот сам решил навестить. От вас ведь приглашений не дождешься. На тот свет, Степан, письма не посылают. Хорошо сказал, Серега. Не теряешься. Верунчик, а ну-ка лови. Держи крепче. Знакомая вещь, Серег. Не этим ли перышком ты меня в сердце шарахнул? Тут в Киржанцах остался. А я вот где. Мне воскресать не впервой. Только могилка в Киржанцах на добрую память осталась. Ребят, вы чего? Заходите. Хорошо устроились. Место хорошее. А самое хорошее то, что искать вас здесь никто не будет. Глеб, дай бумажку. Ксивы на эту турбазу. Потому что мужик, который вас сюда спровадил. Кораблев. Царство мне небесное. Перед смертью божился, что никому про это место не рассказывал. А стало быть, никто про него не знает. А где мой сын? Почему не встречает? Здесь Васьки нет, Степан. Ай-яй-яй, как же так, Верунчик? С чужим потомством нянчишься, а мой парень по боку. Непорядок. Степан, отпусти свою шестерку. Поговорим. Как тогда в Киржанцах один на один поговорили, да? Значит, не договорили. Еще придется. Вместе в Киржанцы поедем. А Верунчик здесь останется. Глеб опекун хороший. Кстати, зря ты его словом приложил. Вдруг обиделся, парень. Ничего, я отходчивый. В общем так, Серега. Поможешь вернуть мне фамильное золотишко? А после уж поговорим. Обещаю. А стоит ли откладывать? А вдруг в Киржанцах золота нет, Степан? Чего зря суетиться? Не суетиться, Серега, а играть. Строго по моим правилам. Так что, если хочешь, чтобы Верунчик и копия твоя пережили нашу встречу, не тяни. Собирайся. Прощайтесь. Глеб, я Антону указание дам. А вы, Федор Евгеньевич? Что? Что? Наверное, грибы собирали. Да как объяснить, капитан? Ну так, как есть. На работе Кораблев вчера не появился. Угу. Мобильник не отвечал. Угу. Ну, у начальника свои дела бывают. Сегодня жене его звоню домой. Она тоже не в курсе. Говорит, вчера утром еще он Ваську, сына нашего лесничего Гущина, в школу повез. Ну, я в школу. Говорят, был Кораблев. К директору заходил. Ну? Ну, дорога от школы до лесхоза вот здесь, рядом. Ну, иду, вижу следы от шин кораблевского джипа. Вы все шины узнаете?
Кораблеву сам ставил неделю назад. Ну, пошел по следам, а тут... Можно увозить. Mm. Алексеенко, займись! Можете сказать, когда наступила смерть? Хотя бы приблизительно. Не меньше суток. А так, экспертиза покажет. Ну, я свободен, капитан. Нет, Федор Евгеньевич. Подождите, составим акт. Проверим ваши алиби. Сравним данные. Экспертиза покажет. Я всегда знала, что он придет и все разрушит. Скажи, мама, не волнуйся. Пока Степан свое золото не получил, он с нами ничего не сделает. А в Киржанцах я что-нибудь придумаю. Кондрат поможет. Все, время вышло. Собирайся, Серега. Путь не близкий. Если мои хоть пальцем тронешь, глотку перегрызу. Никто никого без моей команды не тронет. Глеб, подожди меня там. Я сейчас. Что, Верунчик, сбежала на край света? Сына забрала. Захотела другого мужика. Черт с тобой. Но Васька со мной останется. Я его буду жизни учить. Только я. Будь ты проклят, Степан. Кондрат! Слышь, Кондрат! Пахом, чё орёшь? Случилось что? Там Мария твоя. Чего Мария? Упала и без сознания. Ну, как Авдей тогда? Значит так, Серега. Попросишь у Кондрата вернуть золото. По-хорошему. Если нет, придется по-плохому просить. Не боишься, Степан? Помнишь, сколько Кондрат твоих людей положил? Взвод, не меньше. Но мы с тобой вдвоем роты стоим. И стимул есть, да, Серега? Вот там сверни. В городе светиться нам смысла нет. На полустанке в поезд прыгнем. Смилостивятся покровители наши в час беды. Как два брата, Николай и стратег Михаил, сойдутся от рабы Божьей Марии и хворят гонять. Смилостивятся покровители наши в час беды, как два брата, Николай и архистратег Михаил, сойдутся от рабы Божьей Марии и хворят гонять. Месяц на небе, мертвяк в гробе, камень мой. Принес? А то все как положено. И вскипятил, и процедил. Ага. Спасибо тебе. Да не за что. Месяц на небе, мертвяк в гробе, камень мой. Ну, как она? А вот Авдей также помер. Лихорадка налетела, и нету Авдея. Типун тебе на язык. Пахом. А, точно, точно. Типун мне на язык. Типун. Ты возьми он лучше ведро. Еще воды принеси. Сделаю. Сделаю, Акулина. Сделаю. Давай. Иди, иди. А? Не заперто. Еще чего-нибудь желаете? Да нет, остальное у нас с собой. Мы с Серегой запасливые. Все вы алкаши запасливые.
Сдачи не надо. А чего надо? Я как звать-то? Тамара. Тамара, сделай так, чтобы нас никто не беспокоил. Зачем же беспокоить? Давай. Можно расслабиться. Ненадолго. За нашу встречу, Серега. А я выпью. Серега, ты если хочешь расклады наши уточнить, спрашивай, не стесняйся. Значит, обо всем договорились. Да, Серега, если я вовремя на связь не выйду, Верунчику и дочери твоей не жить. Глебу авансом за все заплачено. Когда на связь тебе выходить, Степан? Ты лучше расслабься, Серега, чтоб нервишки не подвели. Красавица! Если что, из жратвы надо, или там для малой. Где мой сын, скажите? В порядке, он, не переживай. Я хочу его увидеть. Спрошу у Степана. Хорошо. А позвонить ему можно? Другие просьбы есть? Других просьб нет. Ну что? Связь наладил, морячок? А куда она денется? А? Да я тут прибрался. Сторожа во враг отточил, ветками закидал там, кровь замыл. О! Хозяйственный ты мужик, Антон. Слушай, Глеб, я тут подумал, может, мы пацана сюда перевезем? Домиков тут свободных много, да и нам удобнее будет. Нет, Степан все правильно рассчитал. Представь, кто-нибудь заявится случайно. Отдохнет под шашлыки. Так баба это слово не пикнет, пока будет знать, что сын ее далеко и под нашим присмотром. Понял? Понял. В доме Гущина пошустрить? Конечно. Вдруг у него там золотишко под полом припрятано. Хорошо. Давай.
Ну что, освоился, пацан? Ну, стой! Пусти! Пусти! Успокойся! Пусти! Успокойся, тебе говорят, а то слышу, отец разрешил. Какой отец? Твой. Зацепин, Степан Алексеевич. Дурацкие у тебя, дядя, шуточки. Он мертв. Жив. Еще как жив. По делам отъехал. Вернется. Тебя с собой заберет. Понял? Куда заберет? Врешь ты все! Врешь! Ах, прыткий какой! Вместе здесь твоего отца подождем! Ах ты! Котеныш, ну все! Сам напросился! Не хочу! Пусти! Да не хочу! Как она? Жара нет, но только в себя не приходит. Что делать? Все, что могла, сказала, сделала. Теперь только ты, Кондрат. Я для Маши все готов сделать. Скажи, что надо? Золото Степана. От него вся напасть. Сначала Авдей, теперь вот Мария. Где золото? Я его в лесу спрятал, в земле. Мария знает. Вместе решили. От глаз подальше. И так на нем крови. Много крови. И Авдей знал. Помогал. Вместе золото до зимы вынесли. Избавься, Кондрат. В реку. Пусть вода смоет. Может, тогда беда отступит. Поспеши, Кондрат. Пахом, а? Вставай. Чего? Чего такое? Пойдем за молоком. Алеша скоро проснется. Кондрат, а ты куда с ружьем-то? В город пойду за лекарствами. Ага. Ну, давай. Ага. В город, значит. Ну, я с тобой. Вдвоем веселее. Стой.
Стоило Степану воскресать, чтобы в родной город ночью, как вор, через черный ход пробираться. Всех в кулаке держал. Все на поклон ходили. А как слух о моей смерти прошелестел, как крысы амбарные, все мое по углам растащили. Но ничего, Серега, ничего. Ничего, я свое верну. Дай только время. Соскучилась, Любаня? Соскучилась. Здравствуй. Проходи. Налетай, Серега. До Киржанцов привала не будет. Сам-то поешь, Степан. Я только переоденусь в дорогу. Да Глебу отзвонюсь. Что смотришь? Думаешь, не отговаривала? Умоляла. Кабак этот на меня оформлен. Говорила, давай продадим, уедем. Нет, куда он за своей земли? Да еще это золото проклятущее. Ладно, я, Люба. Веру-то ты почему не пожалела? Подруга все-таки. Ты о чем? Я Степану своего адреса не оставлял. Ах, вот ты как решил. А я ведь не словечко Степану, куда Вера с тобой уехала. Он спрашивал, только зря ты меня винишь. Кого мне винить? Себя. Объясни. Степан объяснит. Будет у вас время, наговоритесь. Ну, если так сложилось все золотом, ну помоги ты ему, а? И живите дальше. С Васькой хочет поговорить. Пускай поговорит, если тихо себя ведет. Сейчас в Киржанцы выезжаем. Глеб, я тебе еще позвоню разок. Часа через два. Если нет, то как договаривались? Кончай, Верунчика. Смолой сам решай. Охота возиться, бери с собой. Все, на всякий случай, прощай, Глеб. Хреново Любка готовит. Да, Серега? Что, Серега, тяжело себя сдерживать? Знал бы ты, как мне тяжело. Ты у меня все отнял, ты. А сам спокойно жить захотел? Не выйдет. Люба, возьми телефон. Возьми, я сказал. Ну что, Серега, пришел в себя? Не надо, Сергей! Телефон. Отдай, Люба. Не рискуй, Серега. Глеб услышит твой голос.
Занервничает. Сереж, не надо, я прошу тебя, не надо. Он убьет Веру. Правильно. Побереги нервишки. Игра только началась. И ствол отдай. Ты ведь меня стрелять не станешь. Смысла нет. Телефон при мне останется. При мне звонить будешь. Правильно, командир. Контролируй ситуацию, если тебе так спокойнее. Тормози, дальше связи не будет. Телефон дай. Очнулась, девонька. А что со мной случилось, Акулина? А ты не думай. Что было, то прошло. Главное, Кондрат твой на верном пути оказался. А где он? А ты не думай. Пахом! Держи свой нож. Пригодится. Бери, Степан. У меня в киржанцах врагов нет. Ой, не зарекайся, Серега. Когда золото на свет достанут, враги как грибы после дождя попрут. Пахом! Заходи. Промокнешь. Сергей? Здравствуй, Мария. Да живой я, живой. Потрогай, не бойся. Что ты здесь забыла? Пахом бабы. Ты мужняя жена. А? Хватит куражиться, Степан. Не забывай, чья игра здесь. По чьим правилам, Серега? Мария. Кондрата сюда приведи. Зачем? Поторопи. Пусть принесет мое золото. Если не уйду я из киржанцов с золотом, его семейство дня лишнего не проживет. Ушел Кондрат на зимовье. Когда вернется? Он за золотом твоим пошел. Зачем?
чтобы избавиться, Сергей. Поперек горла нам твое проклятое золото. Поспеши. Может, догонишь. Тебе Кондрат отдаст. Один пошел? Да. А Пахом где? Я не знаю. Я к нему за молоком для сына пришла. Не просто так его здесь нет. Не просто. Я чую. Он же ведь не дурак, Пахом. И до золота жаден. А ружье его где? Я не знаю. В попыхах собирался, Пахом. В попыхах. Серега. Далеко до зимовья. Мария. Часа три будет. С нами пойдешь. С ума не сходи, Степан. Мария в нашем темпе часа не выдержит. Нам другой проводник нужен. Да. Я сейчас, я позову провожатого. Если мы Кондрату не поможем, Пахом ведь его завалит. Выходит, мы вовремя поспели. Ну что, Серега, общий враг у нас объявился. Теперь веселее дело пойдет. Зря ты Кондрата так рано хоронишь. Может быть и так. Только против Пахома воевать с подручней. Мне, Степан, дома с женой и детьми с подручней. За них и постараешься. Вот, Евсей. Он проводит вас на зимовье, Кондрат. Не боись, не укусу. Не бойся, пойдем. Пойдем. А, колокол гудит. Чего-то будет. Погоди, Кондрат, дай взглянуть. Смотри. Не дури, Пахом, ружье убери. Сглупил ты, Кондрат. Надо было на всех, на всю деревню золотишко поделить. А ты к себе на заимку унес. От греха подальше. Век жили без него и сейчас проживем. А ты, значит, вот так вот. За всех решаешь, да? Самый умный, да? Пахом, ружье опусти. Нет. Нет, Кондратушка. Теперь настал мой черед. Судьбу испытывать. А ты ловко кувыркнулся, Кондрат! А может, мне тебя отпустить, а? Ты иди! С золотом я теперь и сам справлюсь! Это теперь моя забота! Уходи! Если б отпустил сразу, ушел! А так в твою доброту не верю! Кондрат! А тебе в перестрелке-то ведь не продержаться! Ты ведь в лес погулять вышел, а я на охоту. Патронов-то я припас. А у тебя сколько осталось, а? Один или два? Угадал, а? Мне и одного хватит, Пахом! Ай!
попал? Пахом! Отзовись! Пахом! 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 Говорил же тебе. Сглупил ты, Кондрат. Разрешите? А, давай. Проходите, Федор Евгеньевич. Присаживайтесь. Свободен. Угу. Так. Как вам у нас отдыхалось, не спрашиваю. Я не в обиде, начальник. В КПЗ люксов не предусмотрено. А вот ирония ваша неуместна. Распишитесь вот здесь. Подписка о невыезде. Если ваши показания еще понадобятся, вызовем повесткой. Что ж, получается, отпускаете меня? Так подтвердилось ваше алиби. К убийству директора лесхоза Кораблева вы не имеете никакого отношения. Спасибо, капитан. Да, не за что. Не за что. Вот. Предъявите на выходе. А Ваську, сына Гущина, ищете? Ищем. Весь город портретами расклеили. А сам Сергей, Вера, жена его, не объявлялись? Как говорится, ни слуха, ни духа. Тоже ищем. Тоже портреты. Ну-ка, до свидания, Федор Евгеньевич. До свидания. Что, запарился пацан? Я узлы вязать умею, на флоте служил. Пусть на речном, но тебе от этого не легче. Ты еще свое получишь, морячок. Отец велел с тобой построже быть. Так и сказал, если что, связывай. А ты, Иван, синяков мне наставил, за руку укусил. Сергей меня найдет? Ты тогда за все ответишь. Неужели тебе с отчимом лучше, чем с отцом родным? Да, лучше! Ну, с отчимом Степан уже договорился. Вместе они путешествуют. Заодно они, понял? Врешь! Эй, как тебя? Евсей. Далеко еще идти? По прямой всего ничего. По прямой быстро дойдем. С Кондратом не разменемся? Кондрат кружить не станет. Зачем ему? Кондрату-то незачем. А вот Пахом вряд ли напрямки пойдет.
нечистой силы испугался. Не дрожи, Евсей. Степан с нечистью в дружбе. Я со всеми в дружбе, кто поперек не идет. Вот вы идите сами, а я здесь обожду. Что скажешь, командир? Обходим. Ты справа, я слева. Как в старые добрые времена, Серега. Не жалеешь, не вспоминаешь? Нет. Пронеси, Господи. Пронеси. Пронеси, Господи. Отвоевался, Кондрат. Серега! Понимаю. За друга вступиться решил. Евсей, пойди посмотри. Че? О своей семье ты подумал? Нам спешить надо. А Кондрат уже не жилец. Не тебе решать. Пахом уже решил. Пахом 3 пуда золота на себе тащит. К тому же погоню не ожидает. Догоним, Степан. Ну что там, Евсей? Жив еще. Жив. Надо в деревню перевязать, да скорее к Акулине. Ладно. 5 минут тебе даю. Серега. Кондрат. А? Кондрат. Ну? А, ты его. Ну, потерпи, потерпи. Да, да. Промыть бы рану. Степан, дай водку. Жива еще армейская сноровка. Что ей сделается? А у тебя, Степан, выдержишь марш-бросок? 5 минут бегом, 2 шагом. За своим золотом на крыльях полечу. Пахом в Чуйск не пошел. Туда рванул. Что там, Евсей? Тайга. И все? Река там. А потом тайга. Видно, Пахом по воде решил уйти. Побоялся в Чуйск своим золотом. Ну что, Евсей, дотянешь сам? Дотяну, не сомневайся. Давай, Степан, помогай. Степан, не один я спешу, ты тоже. Давай. Значит, вместе мы, Серега? Вместе, вместе. Вперед, Степан. Пошел. Давай. Набираем темп.
Эй! Телефон не потеряй. Не потеряй. Ни хрена себе рванул. Все правильно. Торопись, Серега. Неверная жена первой представится. Все правильно, Серега. Ну что, красавица, идем? Можно потише? Идем, тебе говорят. Куда? Звонить. Оставь ты ее, пусть спит. Мне так спокойно. Идем. Сколько он тебе заплатит, Степан? Уже заплатил. Убить придется, еще заплатит. Сможешь? Что? Убить сможешь? Меня, ребенка. Ты меня, красавица, своими вопросиками не мучай. Надо будет убить, убью. Всему свое время. А ты никак откупиться решила, а? Или у самой где-то цветняк зарыт? Что? Золото, дура! Заходи. Так что ты там насчет золотишка-то говорила? Нет, Глеб. Золота у меня нет. Золота у тебя нет. А что же мне с тебя взять-то? Что взять с тебя, спрашиваю? А ты сам подумай, чего тебе не хватает. Ладно, вместе подумаем. Антоха, это Глеб. Малой там рядом? Давай его сюда, пускай с мамкой поговорит. Говори. Мама! Мамочка! Васька. Как ты себя чувствуешь? Тебя никто не обижает? Да нет, все в порядке, мам. Мне говорят, отец жив. Это правда, мам? Он меня хочет с собой забрать? Да? Василек, ты только ничего не бойся, слышишь? Я обещаю, с тобой ничего не случится, слышишь меня? А где Сергей? Что с ним, мам? Зачастил пахом с привалами. Вот она, жадность. Сбрось половину груза. Да раз быстрее пойдешь, нет. Все на себе тянет. Кто ж от такой ноши откажется? Даже ты и не удержался. Ты о чем, Степан? Да ты не зыркай. Мне твой Кораблев перед смертью душу открыл. Когда он от Кондрата до тебя 5 слитков притащил, ты сначала ни в какую. Ну так, для вида, наверное. Ну и тебя надолго не хватило, Серега. Сереж, Кондрат и Мария для тебя передали. Ну, а ты уж сам решай, продать или схоронить. Нечего решать. Не нужно мне золото, сказал уже. Да послушай меня, Сергей. Ты ведь теперь не один. Ну, сам подумай, как с Верой и мальчишкой в лесничестве жить будешь. А еще, глядишь, и пополнение скоро. Дом для жены и детей построить – святое дело. Ты
Не горячись, Сергей. Подумай. Тебе и делать ничего не надо. Я сам все оформлю. Такой домино вам отстроим, ух! Кораблев золотишко продал. А слиточки-то приметные. На них печать прадеда моего. Анисима Ивановича. Слух аж до самого Чуйска докатился. Что, где? А схорони ты слиточки, может быть, не нашел бы тебя. Верунчик, небось, себя гложет. Думаю, через нее я на тебя вышел. А я сам муженька зацепил. Перед всеми ты, выходит, виноват, Серега. И передо мной, и перед Верунчиком. Вперед иди. Ладно, хватит на сегодня. Спасибо, Глеб. Я как раз подумал, ты успел. Отпусти. Отпусти, скажу ведь Степану. Что-то я тебя не понимаю, красавица. То откупиться хотела, то Степану скажу, а? А ты боишься? Легко быть сильным передо мной, да? Вернется Степан, на задних лапках ходить будешь? Я спросила, Глеб, чего тебе не хватает? Не о том ты подумал. Ты можешь больше получить, Глеб. Я прошу прощения, можно вас на минутку? У меня только один вопрос, девушка. Здрасте. Здесь вроде где-то источники есть с водопадами. Вы не подскажете, где? Простите, вы меня понимаете? День добрый. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Не обращайте внимания. Давно одни живем. От людей отвыкло совсем. Угу. Дорогой, посмотри, я нашла. Смотри, мы неправильно ехали. Помнишь, мы? Вот здесь вот на горке повернули, надо было продолжать ехать в город. Здравствуйте. 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 Ну, подскажи людям, когда ехать-то? Сейчас все время прямо, около 2 километров, а потом направо. А там пешочком. Спасибо. 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 Пойдем. Пойдем, пойдем, садись. До свидания. Не повезло тебе с раскладом, красавица. Помощи ждать неоткуда. Thank you.
Ешь давай. Не хочу. Слушай, кто тебя спрашивает, а? Если через минуту не начнешь есть, я тебя насильно кормить буду, понял? Эй! Ты где? Шутки со мной решил шутить? Командир. Только у меня с юмором не очень. С некоторых пор. Эй, ты, слышь? Привет от Кондрата. Или от Пахома. Медведя ловушка. А попался лесник. Цел? Повезло. Как знать, Серега. Попал бы на колышек и конец всем твоим страданиям. А так, сколько там еще? Впереди. Когда отец вернется? Скоро. А где мы жить будем? Не знаю. Это Степану решать. Может, в Чуйск переедете? Не. Лучше на юг. Да? Там тепло, фрукты. А где фрукты вообще? Чё? Тебе разве отец не говорил, что я фрукты люблю? Ничего он про фрукты не говорил. Ну, к съезде купи. Ага, сейчас. Ешь, чего дают. Давай, Серега, цепляйся за жизнь. Другого случая может не представиться. Держи. Держи. Не слышу, спасибо. И не услышишь. Без тебя сил совсем не осталось. Ну тогда жди здесь. Я сам за Пахомом. Нет, пока могу, я буду сам. Топать. Ну, слышь, ты чистоплюй. А ты сказал Верке, на чьей бабке ты дом строишь, слышь, а? Степа, ты помолчал вон уже. Чуть дышишь, скоро вообще сдохнешь. Тогда на себе потащишь. Понял?
Федор! Здорово, Захарыч. Отпустили тебя? Ну? Слава Богу. А мы ментам говорили. Не виноват ты. Заходи. Обыск устроили. Ружье Гущина забрали. Кабинет Кораблева перетрясли. Все бумаги куда-то увезли. А что в них толку? Бумажки, они есть бумажки. От Гущина никаких вестей? В милиции все новости. Подозревают они Серегу. Мол, не просто так исчез. И неизвестно, где он. Умники. Пропал человек, жена его, детей двое. Им дела нет. Ружье забрали. Что я Сереге скажу? Про ружье-то. Степан! Степан! Чего разорался? Тебя потерял. Эхо в тайге на километры. Пахом услышит, затаится. Ага. Ты давай еще... Поучи меня. Отдохнул? Вставай давай. Вставай давай! Не ори! Грибы распугаешь. Пошел! Отсюда не возьму. Давай ближе подойдем. Под пулю решил подставиться? У Пахома оружие пристреленное. Плот все достроит. Ляжет передохнуть. Подождем. Хотим в Чуйск вернуться, чтобы позвонить. В Чуйск, считай, мы уже опоздали. Что? Да тихо ты. Вниз по реке городишко маленький есть, Тунгой. Часа за три с небольшим доберемся. Оттуда Глеб отзвонюсь. Успеем. Глотни.
Тунгу и железка имеется. Тебе железка ни к чему. Получишь золото, позвонишь своим мордоворотам и попрощаемся. У меня для нашей игры другой финал заготовлен. Тебе понравится? Говори. Нет, Серега. Доберемся. А тогда я тебе уже все карты на стол выложу. Вот там вот Васькина комната, а вот тут вот детская, да? На первом этаже гостиная, кухня и наша комната. Да, заблудиться можно. А, просторно. А тебе чего, не нравится? Неуютно. Да нет, Вер, просто недостроено еще. Обживемся. Ты не говорил, что так размахнулся? Сюрприз. На какие деньги? Кораблев премию дал. Чего? Сереж, таких премий не бывает. Хочешь сказать, что это золото, которое Кондрат дал? Ну и пусть. Ну и что? Ну и хорошо. Вера, да если бы я один был, я бы как-нибудь перебился. А нас двое, нас трое. Давай перебьемся, я не хочу здесь жить. Вер, ну в нашей коморке не развернуться. Вер, 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 ну... Ну, Вера! Сереж, как ты не понимаешь? Я свой дом с тобой уже вот здесь построила. Да? А тут мне все будет о прошлом напоминать. Нет. Не будет. Не будет. Все будет хорошо. Ты только верь мне, хорошо? Дарья, Дарушка, жива бродяга. Ну-ка, дай-ка посмотрю. Лежи, лежи. Повезло тебе. Вон где вот твои хозяева? Выпьешь со мной? Ну, дело хозяйское. Садись. Сядь. Ты сама-то понимаешь, чего хочешь? Жить спокойно. С мужем и детьми, как жили. Пока Степан не объявился. Ну, как жили раньше, сейчас не получится. Что с нами будет, Глеб?
А мне-то что с того будет? Да прекрати ты, что тебе баб мало. Бабы! Ау! Вы где? Не слыхать, не видать, глухомань! На воле порезвишься, если будет тебе воля. Ты на что намекаешь? Послушай, Глеб, ты что, не понимаешь, что тебя Степан в живых не оставит? Все, кто с ним был рядом в подручных, давно мертвы. Хочу, чтобы ты поняла. Я Степану не подручный. А ему все равно, кто ты, подручный или прохожий. Он никого не щадит. Уж я-то знаю, как Степан в зверя превращается. Здорово, Пахом. Язык проглотил. Здорово. Здорово, Степан. Слава богу, признал. Через Тунгуй хотел с моим золотишком смыться. А вот оно, твое золотишко-то. Вот оно для тебя. Для тебя брал. Для меня, Пахом, ты бы в Чуйск двинулся. К Любке в кабак. Там бы рассчитались. Поровну, как обещал. А ты, я вижу, по-другому решил. Прости, Степан. Прости. Прощаю, Пахом. Чего ж там? Ты же мне жизнь спас. Да. Другой бы плюнул, а ты ведь, считай, меня из могилы вытащил. Да. Да, служить тебе буду. А надо тебе это, Пахом? Серега вот тоже однажды мне жизнь спас. Потом против меня пошел. Теперь это служит мне. Терзается. Пощади. Пощади, Степан. Пощади. Ладно. Вставай. Держи, Пахом. Стволом вверх. Что я должен для тебя сделать, Степан? А хочешь? Хочешь, я его сейчас пристрелю? Это ведь он же тогда в Керженцах тебе кинжал в сердце воткнул. Поиграться решил, Степан. Нравится мне это дело. Кровь береги. Считай до трех, Серега. Зачем? Сейчас мы с Пахомом стреляться будем. Ты ведь охотник, с одной руки сможешь. Считай, Серега. Не хочешь? Тогда я сам. Раз. Приготовься, Пахом. Два. Молодец, Серега. Я оплошал. Лучшего охранника у меня в жизни не было. Серега. Ты впредь будешь меня оберегать, пока к Верунечку не вернемся. А там мы с тобой побазарим по душам. Говори сейчас, Степан. Нет, Серега. Все расклады я тебе в Тунгуе выложу. Когда доплывем? Если доплывем, Серега. А ты пока Пахома похорони, если хочешь. Ты же у нас сердобольный, Серега.
Я скоро. Нам с Сергеем золото Степана ни к чему. Если поможешь, тебе одному все достанется. И как помочь? Только один способ есть. Ты знаешь. Степана завалить. Сможешь? Степана завалить недолго. Только для меня слово дороже. Какое слово? Мое. Взял работу, работай. Иначе никакого золота не хватит. Откупиться. Ладно. Бежать не пытайся, смолой далеко не убежишь. А так жить будет. С Васькой дай поговорить. Все, Степан, отчаливаю. Поторопись. Все правильно, Серега. Всего ничего, Верунчику жить осталось. Если со звонком к полудню опоздаем, ну мы же ведь не опоздаем, Серега. Моли Бога, Степан, чтобы не опоздали. Зацепим на плот быстро! А ты попроси хорошенько. Вдруг я с тобой плыть передумал. Золото ведь у меня. У тебя другой интерес, я чувствую. Ну, может быть и так. Только, Серега, за языком своим теперь ты следи хорошенько. А то я тебя и вспылить могу, ненароком. Здесь берега держаться надо. На стремнении волной накроет. По стремнении быстрее будет. Пойдем посередине. Как скажешь, командир. Давай, давай, Степан. Давай, Серега! Навстречу к счастью! На, ешь. Ты смотри, какая псина привередливая. Да сытая она, Захарыч. Всю ночь лопала, только треск стоял. И что же, тут всю ночь ковырялся? Вам ничего. Я в милиции выспался на год вперед. Это ж надо, как вовремя тебя отпустили. Повезло тебе. Кто ж тебя так поранил? Знать бы, кто. Загребай, Степан, загребай! К берегу снова! Да камни идем, не проскочим! Ну так загребай! Вода поднялась! Несет! Полетели, 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 полетели высоко. Красивый, да?
Ну, подержи его. Хороший колокольчик, подержи. Пошли. Время вышло. Ты меня! Ты бы лучше муженька своего умоляла, чтобы он Степана не завалил. Степан, быстрей! Закрой глаза. Закрой глаза. Медальон с Наденькой не снимай, прошу тебя. Хорошо. Отвернись. Ну, как знаешь.
Кто? Это Сергей. Да нахрена ты мне? Где Степан? Сейчас, подожди. Степан! Быстрее, связь уходит! Я тебе секунду даю, ты меня понял? Сейчас. Где Степан, я тебя спрашиваю? Подожди, никуда не уходи от трубы, сейчас, Степан! Так, секунда прошла. Тут у меня палец на курке, а твоя жена рядом. Нарисовал картинку? Ты у меня сожрешь свой палец. И язык свой сожрешь. Ты понял меня? Я тебе глотку перегрызу. Ты понял меня? Стой! До трубки на связи никуда не уходить! Понял меня? Дай Вере трубку! Дай Вере трубку! Вера! Верочка, слышишь меня? Сережа, я слышу, тебя слышу! Родная моя, успокойся, слышишь? Ты говори, ты что-нибудь говори, ты только говори, ты... Ты только говори, ты не останавливайся, слышишь? Говори, солнышко мое, говори! Сережа, у Наденьки мой медальон. Ты ищи ее, слышишь? По всем больницам ищи тем, что рядом, слышишь, ищи. Давай! Дозвонился? Давай быстро! И Ваську. Ваську найди, слышишь? Я говорила с ним. Он ждет тебя, Сережа. Слышишь, он ждет тебя. Да. Степан? Я это. В порядке. В Тунгуе. Городишко такое, неважно. Завтра к утру допридем. Предупреди Антона, пусть выдвигается. И где-нибудь поблизости будет. Вместе с Васькой. Часам к 10. Понял тебя, Степан. Когда на связь выйдешь? Каждые 2 часа буду звонить. На всякий случай. Все, Глеб. Отбой. Повезло тебе, красавица. Теперь долго жить будешь. Пей. Как знаешь. Понимаю, Серега. Угомонись, Серега. Убьешь меня. Глеб свою работу сделает. Сам ведь слышал. Здесь расстанемся, Степан. Навсегда. Слышишь? Давай. Возвращайся за своим золотом. Только Глебу позвони, пусть Веру с Васькой отпустит. Нет, Серега. Игра еще не закончена. Вместе поедем. С Верунчиком хочу попрощаться. И Ваську забрать с собой. По справедливости. Он же сын мой. Ты же сам за справедливость, да, Серега? Не поедет с тобой Васька. Откажется. Испортили пацана. С вами останется, сопляком вырастет. А мне наследник нужен. Воспитаю. Такого же подонка, как и сам.
Все, Серега. Базар закончен. Еще слово вякнешь, пристрелю. Значит, в 10. Угу. Ладно. Я с дороги позвоню. А что, пацан? Сначала борзел, потом ничего, притих. На, поговори. Мама! Что у тебя с голосом? Ты заболела? Я просто очень по тебе скучаю. Завтра мы с тобой увидимся. Я целую тебя, сыночек. А муженек-то у тебя с норовом. Пальцы, говорит, я свои сожру. Как думаешь? Сожру. Че смотришь? Сожрешь, Глеб. Если с моими детьми что-то случится, сожрешь. Посмотрим. Так и будет. Когда довезете? Ну все. Завтра с мамкой попрощаешься и с отцом уедешь. И мне больше не париться. Ну ты и жрать горазд. Это нервно. У вас так бывает? А чё мне нервничать? А тебе? Думаешь, об отчиме скучать будешь? Ха. Забудешь через неделю. Дался он тебе. Ты смирись, пацан. Отец твой человек большой. Он вон как в чуйске всех в кулаке держал. Хозяин. Да и наследство. Знаешь, какое он тебе оставит? Серега, спиртное достал. Проходи. Надо же. С армией фонарями не светил. Как только в поезд впустили. Здорово ты меня уделал, герой. Молодец, Серега. Хорошо держишься. Молчишь. У тебя будет шанс высказаться. Обещаю. Ну ты вообще оборзел. Все сожрал. И понадкусал. А ты что, сэкономить хотел? Да мне что, за все твой отец платит. Ну так езжай, купи жратвы. Завтракать-то мы чем будем? Какой завтрак? Завтра с рассветом поедем. Я без завтрака никуда не поеду. Ой, куда ты денешься? За уши и в багажник. А я отцу скажу то, что ты мне есть не давал. Опаньки, приплыли. Это чего это? Лучше съезди, купи фруктов. Ну что, тебе жалко, что ли?
Все равно за все мой отец платит. А то ведь смотри, скажу. Ладно. Будут тебе фрукты. Руки давай. Не надо! Куда я убегу? Давай, давай. Так, вот, в воспитательных целях. Если чего надо, лучше сразу говори. Сока купи. Ага. И книжку мне какую-нибудь почитать. Какую еще книжку? Про моряков сойдет. Ха. Ладно. Будет тебе книжка. Ты мне ее потом вслух почитаешь. Я про моряков сказки люблю слушать. Книжку. Будет тебе сказочка в рот. Закачаешься. И сок с кефиром язык проглотишь. Значит, один на один, Степан. Как тогда? В Кержанцах. А Васька посмотрит, на чьей стороне будет. Не сила. Правда, Серега. Только в этом случае тебе придется ствол в руки взять. Или опять побрезгуешь? А знаешь, Серега, почему я не умер тогда? А? Золото меня вытащило. Мое золото. Моя земля. Мой сын. Такая игра у тебя, Степан. Thank you.
Ты здесь? Лучше сам выходи. А то, если я поймаю, убью, никакой отец не поможет. Подпортил глаза, котеныш. Я тебя вижу. Попался? Дашка, ты чего там? Федор! Федор! Смотри, тут гость тебе! А вот смотри! Васька! Васька! Дарка! Смотрю, руки связаны. Спрашиваю, что случилось? А он мне, я Гущина, Сергей, сын. Вот такие вот дела. Ты иди, Захарыч. Ага. Мы сами тут. Васька, куда пропал-то? Отец, мать где? Вон оно как. Малец есть? Родителей нет. Там деревья, дома и участки. И больше никого вообще. Я один. Бегу, убегаю от них. Я убежала. Меня должны были утром к маме на турбазу увезти. Но я убежала. На какую турбазу? Название помнишь? Мама говорила. И Сергей тоже. Вот, если кто сказал, я бы вспомнил. А сейчас... А ну-ка, Васька. А я тебе сейчас помогу вспомнить. Дашка, фу. Держи. Подробная карта района. Разверни, разверни. Кино, Митрошина, не то. Вот, Диулина. Ты уверен? Точно, мама с Сергеем говорили. Вот, Диулино. Ну все, теперь найду. Молодец, Васька. Дядя Федя. А может, лучше в милицию? Да какой от них толк? До утра точно провозится. А ты сам говоришь. Ну тогда запрягаем. Ты здесь остаешься. Ложись спать. Не, я с вами. Об этом не может быть и речи, Васька. Ну, не могу я тебя взять с собой, друг. Понимаешь, не могу. Дядь Федь! Так нечестно! Дядя Федор! Собрался. Куда надо? Захарыч, пистолет свой дай. Да ты что, Федор? Захарыч, я сейчас могу и по башке вдарить. Давай по-хорошему. Дашка, не шагу отсюда. Место. Место.
Завтра верну. И никому ни слова. Ты меня знаешь. Патроны-то хоть есть? Обойма целая. Если кто чего спросит, скажешь, я отнял. Здорово. Эко тебя помотало. Да, не без приключений. Антон где? Молчит мобильник. Вчера отвечал. Вера вон с пацаном говорила. Глеб, сгоняй, узнай, что там. А с этим что? С этим мне еще поговорить нужно. Сгоняй, Глеб. За риск добавлю. Ваську привезешь, еще пару слитков с меня. Лучше его. Лучше его. Не торопись, Глеб. Взволновал он меня очень. Он мой должник. Эх, Серега, Серега, не дал тебе сноровки, что раньше. Вставай. Пойдем к Верунчику. Поздороваемся и начнем. Серега, подъем! Подожди, Серега. Мы с Верунчиком скоро. Не шуми. Пошумим еще немного. Верунчик. Бери ребенка и на улицу. Ребенок тебе зачем? Ладно, оставь. Не убежит. Брось, Серега, я ж тебе ствол обещал. Брось, говорю. Верунчик, мы тут с Серегой одну игру затеяли. Без зрителей скучно будет. Жаль, нет главного зрителя. Где Васька Степан? Думаю, там же, где и был.
Итак, объясняю правила. Верунчик, берешь пистолет, отдаешь своему муженьку. Серега, берешь пистолет стволом вверх, как я, видишь? Хорошо, Степан. Только пусть Вера уйдет. Нет, Верунчик отойдет на пару шагов и будет считать. До трех или до пяти, а? Степан, это наша с тобой игра. Пусть Вера уйдет, я прошу тебя. Вот, Серега, ты уже просить начал. А скоро умолять станешь. И это только начало. Верунчик, присоединяйся! Вместе просите! Я не слышу! На колени, Серега. Я тебя на коленях видеть хочу! На колени! Ну! Я встану, Степан. Нравится тебе? Василий, иди сюда. Сын. Ты гнида, гнида! Васька, стой! Степан, не стреляй, умоляю тебя! Не стреляй! Так, Степан, и бронежилет тебе не помог. Оставить. За малыми ребятами лежу, как полено. Только ж не. Кто молока не пьет? Забодаю, забодаю. Забодаю, забодаю. Иди ко мне. Кто это? Мама пришла, баба пришла. Пам-пам. Ты моя красавица. Ку-ку. Пойдем к нам. Ну, не такое уж ты и полено.
мужик, Васька. Ну, честно, не знаю. Здесь будьте, я посмотрю. Ого, как вас здесь встречают? А я вот вам письмо принес. Вот. Давайте, принимайте. Васька, возьми письмо. Добрый день. Может, чайку попьете? Добрый. Нет, я тороплюсь. От кого письмо? От Марии какой-то. Что пишет? Кондрат выздоровел. А чем он болел? Неважно, Васька. Главное, жив-здоров человек. Лер, Кондрат выздоровел. Какая собачка. Я в больницу звонил, Федора тоже скоро выпишу. Извините. Дара. Бать, я побежал. Отпусти человек. Спасибо, спасибо. До свидания. До свидания. Счастливо. Удачи. О, песик. Дара. О, оттуда полетел. Удачи.